Доброго времени суток всем. Я Архипов Владимир, у которого семья, у которого сгорел этот дом. Спасибо доброхотам, спасибо моим друзьям, которые помогают мне в расчистке вот этого участка. А здесь была ужасная картина, то есть обгоревший остов. Нужно было аккуратно, не травмируясь, растащить. Помогли, очень хорошо помогли. Теперь, когда в основном обгоревшее дерево складировано, стала другая проблема. Как его отсюда вывести? Официальные власти посчитали около 800 рублей за куб вывоза. Это для меня неподъемная сумма. Здесь в сумме, здесь около 15-20 кубов обгоревшего, но частично еще годного леса для отопления, для дров, для бани, для дома, для котельных в детских садах или школах. Если есть такая возможность у кого, прошу помочь мне в этом вопросе. Естественно, самовывоз. Инструменты для этого есть. Адрес: дощатая, Октябрьская, дом 67. Телефон будет указан ниже. Спасибо за внимание.